Дисциплина – залог победы. Такому правилу следует Ринель. Маленький спортсмен старается не пропускать тренировки, ведь в мечтах играть на одном поле с легендами футбола. У нас Ринель играет в футбол. Его мечта – участвовать в чемпионате мира, Европы. Играть как? Кто такой? Неймар. Но на пути к мечте стоит заболевание – наследственное – муковисцидоз. Из-за него страдают органы пищеварения и легкие. Ринелю нужно всегда следить за дыханием. Дыхание жестковатое, хрипов нету. Диагноз ребенку поставили еще в первый месяц жизни. Сначала заболевание себя не проявляло. Проблемы начались в 3 года. Появился продолжительный кашель, высокая температура держалась 2 недели. Мальчик перестал есть и пить. Его состояние было такое тяжелое, вялый он был. И у него посинели вот эти вот места. Ринеля срочно госпитализировали в ДРКБ. Капельницы облегчили состояние ребенка. Чтобы ситуация не повторилась, мальчик ежедневно выполняет дыхательные упражнения, проводит ингаляции и пьет лекарства. Но этого недостаточно. Ребенку был рекомендован пожизненный прием ингаляционных курсов препарата тобрамицин. Это антибиотик для подавления синегнойной палочки. Препарат отмене или замене не подлежит. Препарат дорогостоящий. Курс на полгода обойдется в 275 550 рублей. Для семьи с 2 детьми сумма непосильная, но помочь со сбором средств можем мы с вами. Достаточно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больше вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда.